Привет, с вами Игрыш Дэгейм. О, всем привет, Аринка! Играем в Roblox сегодня. Да. Что за игра? Новенькая какая-то? Color Block. Ух ты, расскажи правила игры. Тут пишется вверху цвет, и на него надо наступать. Если ты не наступишь, то ты проиграешь. Покажи, смотри, как это все делается. Папа, это ты, посмотри. Ага, это ты. Такой котик, я вижу. Смотри, а ну поверни на ринг. Вот так. Вот, смотрите. И тут одна девочка уже вышла. Да, мужик танцует так, такой, да. Выбираешь такой, да. Режим бабочки. И что будем делать в режиме бабочки? Будем так вот делать, сейчас покажу. Ну что, мы летаем как бабочки. А, мы летаем? То есть подожди. Черный, наступай на черный. Оп, смотрите, что происходит. Все, кроме черного, исчезают. И мы бы упали, вы представляете, зеленый. Вы поняли как? Это же игра Twix, наверное, да? Ой, вот мы и полетели. Вы поняли, как играть мне? У меня уведомление из ТикТока. Пап, ты упал. Я понял уже. Итак, котик Мурчик в костюме Гуччи, серый. Так, а почему я не могу? Почему я еще стою? Потому что ты упал. А кто упал, появляется тут. И теперь ты должен ждать, пока... Я выживу. Я не выжила. Ты не выжила? Да. И давай, знаешь, как ты сделаешь сейчас? Давай. Смотри, ты пойдешь сюда. И ты можешь выбрать любой себе скин. Ух ты, давай. Выбирай, какой хочешь. Мне нравится вот этот. Очень красивый такой. Оп. Нажми на него. И теперь true. Купить, да? True минус 30. True минус 30, окей. Так, смотри. О, я прикольно смотрю, да, как какой-то рэпер. Eminem какой-то. Ты, Ариша, с 0-1 в костюме. Прикольная игруха, смотрите. Через 5 секунд будет новый раунд. 3, 2, 1. Режим призрака, давай. А что делает режим призрака, расскажи мне. Нас замораживает призрак. Ага, вы поняли? Вы выбираете режим и всякие... Прикольчики еще помимо этого пурпурный. Так, фиолетовый, да, там. Фу, повезло. Смотри, видишь, там кого-то заморозил. Смотри, кто-то с мишкой со своим. Пурпурный. Смотри, он ко мне бежит. Он меня заморозил. Серьезно? Смотрите, ребят, помимо того, что вы угадываете цвета, еще вам может препятствовать призрак. Он подходит, вас хватает, замораживает, еще что-то делает, и вы не успеваете, и вы падаете. Так что надо быстро все соображать и все-таки от призрака подальше бежать. Итак, желтый. Вот он. Да. Призрак не успел до меня добраться. Так, светло-красный. Вот так это работает, вы видели? На самом деле игра очень интересная. А знаете, чем интересна, Арин? На внимательность, да? Аринка, что тебе в этой игре нравится? То, что тут можно взять мишку. Мишку? Да. Прикольно. Смотри, такой, я мишка. С мишкой пришла. Опа. Выбираем, какой? Дельфин. Летающий ковер. Дельфин! Мы не в одном этом будем, нет? Мы в одном. А почему? Это голосование идет? Кто больше проголосует? Да. Летающий ковер все, да? Да. Ора. Все, долетался. Вы видите? Вы видите? Чуть-чуть не попал. Боли за меня, чтоб я выиграла. Аринка, я буду смотреть за тебя. Смотреть на тебя и кулачки держать. Аринка, выигрывай. Аринка, Милка 2. Так. Лайм зеленый. Смотрите, как они успевают, да? На свет. А в чем прикол этого ковра? Что он делает? В чем разница? Ну на ковре ты без ковра. Мы просто летаем, а вообще это обычный режим. Мы просто летаем. Я понял. Так, смотрим. Так. Я хочу, чтобы я выиграла. О, что такое? О, какой страшный. А, это отдельно можно купить. Яйца. Все, что хочешь. Тут целый папа, мы рынок. Лишь бы робаксы. Папа. У меня робаксы есть, если что. О, прикольно. Давай на них гульнем, окей? Гульнем на робаксы? Ладно, смотри, что там у нас.
Я не выиграла. Ничего страшного. А вот это что такое? Что? Какой-то крематурий. Пап, ты нажми тут. Крематурий, что ли? Я не знаю. А это? А это что? Будка для фотографий? Пап, где? Так, ладно. И что, начинаем играть? Да. Убираем вот это. Высокий комп... А, я выбрал первое. Я уже не помню, что было первое. Так, давайте, давайте. Ух! Темно-зеленый. Опа, на каблуках все, да? Даже мальчики. Вот это голубое. Ух, еле успел. Папа, честно что говоря. Ты без медведя? А что ты без медведя? Без медведя? Я своего мишку забыл в кроватке. А ты с ним спишь? Ну все с медведями спят. Не, не все. Не все. Я одна сплю, знаешь, с кем? С кем? С зайкой. Ну напишите в комментариях, ребят, кто с какой игрушкой спит. Да. Так, пурпурный, пурпурный. Это то, оно, фу, угадал, пронесло. Итак, что дальше у нас? Я за робокса. Ой, голубой. Я за робокса скинул. Ой! Почти все упали. Это точно. Итак, с вами был Крошик. Крошик The Game. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем пока-пока. Ну, давайте посмотрим, я выиграю или нет. Да, Ринго, давай, успела? Так, я успела. Молодец. Голубой, голубой, голубой. Арина, смотрим. Убегаем за игроком. Аринка, Милка, два с медведем большим таким. Да. Коричневый, давай. Опа. Я проиграю. Аринка, я уверен, что ты будешь победителем. Да. Там осталось 4 девочки. Игроков становится все меньше и меньше. Напряжение растет. Болельщики все сильнее. Замирают в ожидании, кто же останется все-таки первым? Да! А кто останется Крошик The Game? Так, ну ладно, всем пока. Пока.